всем прекрасное доброе утро. Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Маша, и сегодня я последний день в Риме. Сегодня 19 декабря. Поздравляю вас с праздником Святого Николая. Я свое утро начинаю со сборов чемодана, потому что у меня в 7:30 вылет, но, как вы знаете, за 2 часа нужно быть в аэропорту. И у меня еще сегодня есть пара с 11 до часа, потом через час я должна быстро вернуться домой, то есть уже 2. В 5 я уже должна выезжать, поэтому у меня остается всего лишь 3 часа, поэтому я начала свой день с 8 утра. Сейчас буду собирать чемодан. Этот день всегда самый волнительный, самый насыщенный, потому что нужно закончить, сделать кучу-кучу дел, что связано с университетом. Например, мне нужно отдать книжку в библиотеку или спросить, могу ли я взять ее себе надолго, то есть почти на месяц. Потом еще купить подарки друзьяшкам своим, потому что я лечу в Варшаву, не в Киев. Я лечу в Варшаву сначала на одну неделю, потом вы узнаете зачем. Дела с университетом в Сане нужно порешать немного, и потом еще очень одна важная штука. Я всегда буду снимать дни отъезда, потому что они самые волнительные для меня, и они самые такие... Эти чувства, когда ты возвращаешься домой, когда ты возвращаешься там, где ты очень долго пробыл, и тебя все ждут. Это так прекрасно, и ты планы рисуешь, как распределить свою неделю. Сегодня у меня на завтрак, как обычно, моя любимая овсянка с какао, сваренная, арахис, изюм, мака, белочек и бананчики. Сейчас буду кушать, и я уже очень сильно опаздываю, как всегда, в универ. Сейчас 10, мне нужно быть на 11, еще мне нужно успеть поехать распечатать билет на самолет. Я не знаю, как это все успеть, но я всегда так. Вот какая у нас погода в Риме. 14 градусов, я хожу без рукавки, но зато в пуховике. Ну и так очень-очень комфортно. O different countries, allora Japan, Italy, United States, Brazil, whatever, Argentina. Только что было SMM, у нас было очень-очень мало. Одна половину пары или, возможно, больше говорила на итальянском языке. Поэтому я тыкала в телефон, вспоминала, что нужно делать, кучу всего понаписывала планов, боже мой, на сегодня. Короче, вот мои эти reminders. А Кока-Кола, как всегда, на вершине трэшевой пирамиды. Thank you.
как всегда, мой красивый обед. Это рисовые спагетти с тофу, с видом брокколи, с чесноком и с соевым маслом. Вот с чего я их делала, соевый соус. В общем, сейчас буду кушать, у меня так мало времени осталось, жопа. Вот это. В общем, я почти собрала чемодан. Посмотрите, что я везу. Одни продукты просто. Это печенье, паста. Потом тут у нас, как всегда, вот это вот их дольче. Короче, какая-то очень их традиционный десерт. Спагетти с яйцами для родных и знакомых, как презент. Лазанья, рисовые и барилла. Короче, вот. Все, что поместилось, это чисто еда. Класс. А одежды вообще я не беру с собой почти. В общем, я собралась. Всем привет, добрый вечер. 16:45. Я очень сильно опаздываю. Последнее, что я взяла, это свою зубную щетку, потому что не помню, есть ли в Варшаве. И уже все убрала. И, короче, уже выхожу. I'm ready. Bye-bye! Papa! В общем, я уже приехала на Лаурентину, сейчас буду ждать автобус. Уже 5:15. У меня осталось всего лишь 2 часа до вылета. Я надеюсь, все будет хорошо, и автобус нигде не остановится. У меня еще никогда такого не было, чтобы я так поздно выходила в аэропорт. Фух, знаете, вот это вот чувство, когда сердце просто разрывается внутри, и тебя все колотит, и ты просто хочешь, чтобы все ехало быстро, а ничего нигде не останавливалось. Так еще, кстати, встретила украинку. Ее тоже звать Мария, женщина. И она провела меня на перрон, потому что я не знала, откуда. Я надеюсь, все будет хорошо. Я в неимоверном шоке от этих автобусов, потому что я стою уже 20 минут, не было ни одного автобуса, а у меня только один автобус сюда идет. И уже 5:30, я в неимоверном шоке, потому что я очень сильно боюсь опоздать на самолет. Это будет просто жопа. Я в шоке. Извините, конечно, но меня так харит. Так харят эти все автобусы римские, этот транспорт, что ну, тут невозможно. Ну, реально, типа, люди в аэропорт едут. What the fuck? Кто бы сомневался, мы стоим в пробке, конечно. До билета осталось 1.5 часа. Как думаете, какие ваши ставки? Мной уже начинало трясти, потому что мы уже 20 минут стояли в пробке, не двигались почти с места, нам оставалось еще 10 километров. Просто я в шоке, потому что к самолету осталось 1.5 часа, а ворота закрывают за 30 минут, а багаж за 40 минут. И у меня уже просто нет слов. Я уже все, I am done. Я уже только что так перенервничала, но понимаю, что смысла вообще нервничать никогда нету, потому что когда ты едешь в публичном транспорте, ничего не изменится, если ты будешь нервничать. Тут тоже есть люди, которые на самолете, но я не думаю, что они, так как я, очень поздно вышли. Короче, мы едем. Здесь очень красиво, потому что Чемпино находится почти под горами. Это очень красиво, и, в общем, я держу очень сильно свой чемодан, чтобы он не съехал, и таким образом выпускаю свой пар. Фух, слава богу, мы уже подъезжаем, я надеюсь, я успею. Я еще, кстати, не распечатала билет, но это такое, ладно. Я надеюсь, пропустят. Вау, это очень красиво, жаль, что вы меня видите. Фух, я успела, могу не переживать, слава богу, потому что это уже было на границе моих нервов. Тупо зимой забахло, ну как солнце. 2 месяца с половиной тому было «Чао, Рома, чао, Италия», заработок так само. «Чао, Рома, чао, Италия», тільки в протилежному сенсі. «Бувай, бувай, Рим, бувай, бувай, Італія, скоро зустрінемось в новому 2020 році.
обычно слишком хитрая и села возле окна, у меня место, я надеюсь, прокатит.